Всем привет! Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем детстве, а также о периоде взросления. В детстве я была хулиганкой. Постоянно болтала, громко орала, висела у родителей на руках. Но когда мне говорили «хватит, стой, нельзя», я по щелчку останавливалась. Конечно, позволяла себе дерзости на льду, пошла на четвертой прыжок, когда тело еще не до конца было подготовлено. Тренеры сказали, может быть, не надо, а я все равно попыталась его сделать. Мое детство закончилось в 12 лет. Спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть. Самое сложное в периоде взросления – осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять. У меня нет одноклассников и школьников, друзей. Я училась отдельно, жила между тренировками, занималась по другой программе. Учителя приезжали ко мне на сборы, я сдавала им предметы. У меня никогда не было двоек, я была хорошисткой. Все просто. Глупые люди или те, кто ужасно учился, никогда не выйдут на высокий уровень в спорте. Важно даже не усидчивость, а простое наличие мозгов, сказала Медведева. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.